Смертельная авария. В сети появилось видео наезда на 10-летнего мальчика. Инцидент произошел 21 сентября. На кадрах видно, ребенок неожиданно появился на дороге, и водитель не успел затормозить. От полученных травм подросток скончался в больнице, пишет новостной портал «Все42». Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают об ухудшении погоды. Кузбасс ожидает снег и низкие температуры. Автоинспекторы напоминают водителям, в это время особенно опасно на дорогах. В складывающихся погодных условиях необходимо быть предельно дисциплинированным. Особенно касается движения как пешехода, так и водителей в темное время суток. Регулярно следите за прогнозами погоды для того, чтобы быть уже готовым к изменяющимся погодным условиям, таким как снегопадам, гололедным явлениям. Пешеходам мы еще раз рекомендуем в темное время суток использовать светоотражающие элементы. То же самое касается водителей, если они заняты ремонтными работами где-нибудь на трассе.